Доброе утро. С 8 марта, крошки. По-весеннему теплая погода, минус 12, ветра нет, солнышко, класс. Поэтому скоро у нас будет весна. Так, я, наверное, пойду сюда. Скоро у нас будет весна по календарю. По-моему, с 21 числа, 21 марта. Так что уже скоро. У нас сегодня выходной. Все, Полька вчера, наверное, в 9 уже спала. И сегодня она в 7 утра сама проснулась. Я прям... Нет, было 6:54 на часах. Я аж, честно, не ожидала такого. Ну, птички поют. Круто. Прикольно. Ой, угадайте, куда я иду. Иду на остановку, чтобы поехать в мою клинику. Потому что у меня уже 3 раза приходил отказ. Я же первые 2 раза не посчитала. На 3-й раз пришел отказ и посчитала, почему отказ. Сначала думала, что не поняла, почему. Потом разгадала, что пятница, 15 число, это ну типа какой-то там день. В общем, у Польки в школе в пятницу выходной. И я так поняла, что клиника тоже как бы не будет. Не хочет принимать или хочет. В общем, сначала подумала вот так. Теперь на 3-й раз до меня уже дошло. Я прочитала, там зашла на почту, прочитала, что нужно онлайн или по телефону. Не онлайн, а лично в клинике, либо по телефону записываться. Поэтому я сейчас иду на остановку, пойду в клинику. И это будет моя последняя попытка записаться. Если нет, все, уже не буду записываться. Надоело. Почистили дорожки, хоть пройти можно. И у нас там почистили нормально. И здесь, возле школы, хорошо почистили. В Канаде 8 марта не отмечают. Сережка спрашивал на работе. В Украине же отмечают. Вдруг у него есть какие-то из Китая, тоже отмечают 8 марта. А здесь, как у нас, нет. Но... Такое, как... Такое, как... Скажите мне. Ой, уехал мой автобус. Круто. Я за такое... с таким раскладом уже и пешком дойду. Уехал... Тьфу, уехал. Они, как... Вообще, как бы проводитель праздника, да? Борьба за права, свободы женщин. Я считала, что здесь так же. Могу наврать, как обычно. Все же могу как бы рассказать и неправду. Ну, вроде как погуглила утром. Пишут, что есть у них 8 марта, но не в таком контексте, как у нас. Там цветочки, подарки, рестораны, куча денег потрачено, все такое. Нет. Говорит, мама, что сегодня праздник? Я говорю, ну, типа того. А что, мальчики будут девочкам подарки? Должны мальчики девочкам подарки дарить? Я говорю, Поль, мальчики, девочки, они ничего не должны дарить. Я говорю, в принципе, мальчики ничего не должны девочкам. Говорю, сегодня просто день, когда жизнь многих женщин изменилась, начала меняться, скажем так, в лучшую сторону много лет назад. Она мне там что-то рассказала про какую-то девочку, честно, она такое имя сказала, я ей не повторю, которая... отстаивала права девочек, чтобы девочки могли ходить в школу, как и мальчики. Но это была не Роза Люксембург и Клара Цеткин. 100% я не помню. Боже мой, не могу залезть. Вот так вот. Ой, блин, что он там орёт? Пошла, короче, расскажу вам, чем все закончилось. Good morning. I am done. В общем, была в клинике. Говорю, мне нужно записаться на ПАП-тест. А она мне говорит, типа, доктор, у вас такой-то, да, такой-то? Говорю, можно мне, пожалуйста, к женщине, потому что... В общем, она мне сказала на 4 апреля. Я говорю, ну ладно, 4 апреля, так 4 апреля уже, что ж уже сделаешь? А потом я говорю, скажите, ничего, если, ну вот я
значит, на ультразвук схожу 20 апреля, а 4 сделаю тест. Она такая, да, типа, без проблем. Потому что посмотрела и говорит, вот 25 марта на час дня есть время. А я сначала не поняла, говорю, 25 марта? Она говорит, да. Думаю, ты что, только что говорила 4 апреля? Говорю, ну ладно, 25 марта, так 25 марта. Говорю, окей. В общем, сделала мне запись. Сделала мне запись, пойду сдаваться. Думала уже, если не сейчас не запишусь, уже не буду ничего делать, потому что, ну, реально, тоже ж, как бы, я у мамы дурачок, я ж раз делала, второй, третий, только ж на третий раз до меня дошло посмотреть, они ж, как бы, не пишут причину, почему отказ, просто отказ, канцл, отмена, и все, чё, думаю, да что такое, а потом что-то меня дернуло, зашла на почту, тоже ж приходит на почту еще раз. И там написано, если вам нужна больше информации, зайдите в свой личный кабинет. Я захожу в личный кабинет, а там снова ничего нет. Потому что нужно нажать на отмененную запись, на отмененный appointment. Потом нажать на дату, на клинику. Не на дату, на клинику. И там вы увидите, что там будет написано, что все тесты проводятся, запись на тесты проводится либо по телефону, либо в клинике. Но по телефону это не про меня, потому что я бы еще что-то не пойму, так я хотя бы могу переспросить, не так нервничать, что-то там показать хотя бы в переводчике. Это же на третий раз до меня дошло. Ну, в общем, есть такое дело. Куда я сейчас, не знаю. Думала, пока... Полька проснулась почти в 7 утра. Сегодня она что-то рано проснулась. У меня будильник на 7, на 7.20. В общем, встаю где-то в половину. В общем, она в 9 уже вчера спала и раненько проснулась. Поэтому будет у меня... будет. Мам, ну ты еще долго будешь лежать? Я решила, 5 минут, 5 минут. Ну, сейчас приду домой, лягу спать. Сейчас позвоню. Он там выезжает так стрёмно. Думала, сейчас влезет в другую машину. Сейчас позвоню своим девочкам, поздравлю с 8 марта. Может, в Лопарк съезжу. Схожу, наверное, куплю. Куплю шарики. Нашла в этом, в Канаде Антайр Пикачу. Цифры не нашла. Может быть, там спрошу. У них там цифра есть. Сейчас пойду возьму Пикачу. А Сережка завтра с утра купит цветы. И будем Польку поздравлять. Вообще, наверное, сейчас похожу по шарикам, а потом... как я там справлюсь, буду... поеду, наверное, в Полопарк прогуляюсь, там посмотрю, что там есть. Какая стара уже. С 8 марта. Сколько там? 35 минут. Бегу за Полинкой в школу. Снова история из жизни. Значит, я сегодня вся в делах, вся в заботах, да? В общем, побыла дома, мне пишет... пошла, купила шарики, пришла, принесла их домой. Мне пишет, значит, девочка, подружка, говорит, ты дома? Дома. Если я, типа, в час приеду? Да? Да. Жду, приезжай. Значит, а было на часах, наверное, 10:30. Давай там как бы наберешь. Она говорит, ну чуть позже, там в час с чем-то. Хорошо, хорошо. Окей. Я думаю, так, хочу пойти в Canadian Tire и посмотреть то, что мне нужно. Сейчас машина проедет. Я хотела посмотреть еще одни шарики. Ну, в общем, думала брать, не брать. Ну, в общем, такое, посмотреть вообще, что там есть по игрушкам еще. Ага, вышла там, села, сижу и залипла в Telegram. В Telegram и в WhatsApp. Меня аж девочки поздравляют, я же им отвечаю. В общем, сижу, перезванивает кума, который утром звонил. Значит, что ты делаешь? Говорю, сижу на лавочке в Canadian Tire. Ага, мы тут тоже недалеко. Давай встретимся, это в Гранд-парке. Ну, давай. Встретились там, сходили в один магазин, пошли там в другой магазин, выбрали Польке подарок от кумыси. Я говорю, слушай, ну, давай, коль уже такая песня, говорю, мы с тобой встретились, и никуда вроде как прям бежать не нужно. Говорю, пойдем, говорю, в МАК по кофейку отметим 8 марта. Ну, пойдем. Говорю, только у меня, говорю, времени немного, мне надо в час быть дома, ко мне же девочка едет. Хорошо, хорошо. В общем, мы там с ней постали потрындели, уже там час 15, я иду к остановке.
Думаю, а че пешком пойти? Ну, потому что как бы время, там, допустим, если 15 минут ждать автобуса, то я, в принципе, за 15 минут практически домой дойду. Смотрю, автобус через 2 минуты. Думаю, отлично. Значит, я как раз подожду, девочка мне не звонит, значит, она еще не приехала. Тут ехать 5 минут от парка, от Макдональдса, да, я уже буду дома. Приходит автобус, я захожу, пикаю билет, иду по салону, смотрю, моя девочка сидит в автобусе. Я говорю, что, говорю, а что ты здесь делаешь? Говорю, что ты 66-м едешь, ты же должна была 29-м. Она говорит, да я еду из пола парка, думала, как бы мне быстрее к тебе доехать, думала на 29-й, а 29-й поздно, а приехала, села, говорит, на этот, а в итоге он так же, как и тот. В общем, мы с ней встретились в автобусе, она мне то кофе везла, нам кофеечка попить. Вот так я ее встретила, мы пошли домой. Вот такая история их жизни. В общем, мы что мы делали? Мы общались, я там помогла ей заполнить. Были у нее проблемы с формой для work permit продления. Она говорит, я как раз между работами, у меня есть небольшой промежуток времени. Говорит, я к тебе заеду. Говорю, ну давай. Вот так вот мы и с ней встретились в автобусе. Я, вы видите, автобусная женщина, со всеми встречаюсь в автобусе. В общем, мы с Кумасей встретились, поговорили, и подарок малой выбрали. Я его тут забрала упаковать. И с другой девочкой встретилась. В общем, нормально. Сейчас бегу. И с братом успела поговорить, пока сидела дома. Сейчас бегу за Полинкой. Не иду ж рано, чтобы снэк успела забрать. Мама, что ты меня так рано забираешь? Я ж уже не рано. Поздно ж уже иду, чтобы она успела там забрать все, что ей нужно забрать. Так что вот такие у меня дела за сегодня. А завтра как бы вроде планов никаких. Серега дома, я еще думала, мы поедем. Сережа в 2 часа идет на работу, ну, утром же мы поздравим Полю, он на 2 часа поедет на работу, а мы пойдем в бассейн. Ну, все будет хорошо, собираемся пойти в бассейн. В бассейне Полька там поплавает, покупается. И торт же. Думала поехать в Суперстор выбрать торт, а сегодня были в Коопе, с Кумаси зашли. Там вроде такие тортики какие-то красивые продаются, можно даже и не ехать, я думаю, туда зайти, выбрать какой-нибудь тортик, посмотреть, что там. Да, будем ее вечером тортиком поздравлять. Хотела она себе обруч купить, не знаю, где его смотреть. В общем, тоже что-то задачка. Найти обруч, который ей понравится. В общем, планы. Планы, главное, что дома не сидеть и не скучно. Нормально. Утром с семьей, потом в бассейн с Кумасей, с другом сходим, потом сходим в МАК, перекусим и пойдем за тортиком. А там вечером тоже со свечками ее поздравим. Ну, собственно, день прошел. Так, все. У меня замерзла рука. Еще вам Польку чуть-чуть поснимаю. Полина, good evening. How are you doing today? Ну что ты балуешься? How are you doing? Great. Great. Что ты сегодня делала в школе? Расскажи. Угу. Ты пела? Да. Да? Тебе понравилось? Да. Классно. Девчонки были? Да. Было с кем? Сколько ты раз сегодня гуляла на улице? Опять 4 раза? Круто. Это ж круто, правда? Да. А что вы еще в школе делали? Читать? Писать? Не, считать? Не. Ядерную физику? Не. Интегральные уравнения? Ну рассказывай, поворачивайся, рассказывай. А то сейчас опять столбы пойдешь обнимать. Быстро. Ну. Ты что, плакала? Нет. Нет, все нормально? Нет. Что? Завтра я сказать хотела. С 8 марта тебя. Ай. С днем девочек. Международным. Ладно, здесь ты ничего не помнишь. Говори бабушкам, что? Спокойной ночи, пока-пока. Да бывает, там все там было хорошо. А воздушный поцелуй? Да. Всего вам хорошего. Берегите себя, до новых встреч и пока-пока. Пока.